здесь вот прудик. Лягушечки. Лягушечка. Классно здесь, мне нравится. Это тепличка какая сделана. Беседка маленькая. Ну, what is that here? А, это, наверное, колодец. Big wasp came at me, so I said, okay, I'll back off, because they got a wasp nest right up top up there. Uh-huh. Красота, конечно. Вот прям душа отдыхает здесь. Вот отдыхает. Воздух свежий. Ну, прелесть какая. Прям вот душа отдыхает. Как красиво вообще. Земля очень хорошая. Нога прям вот я наступаю и проваливается. Смотрите. Вот смотри, сейчас наступлю, сейчас посмотрите. Вот земля очень хорошая, видно. Вон, рыхлая такая. Похоже, что плодородная земля. Будем надеяться. Вот это вот. О, посмотрите, тоже грецкие орехи. Черный грецкий орех. По всей видимости, здесь все черные грецкие орехи. Намного полезнее, чем обычные грецкие орехи. Но кожуру расколоть тяжело. Вот, смотрите, видите, они валяются здесь даже. Кожуру вообще тяжело расколоть. Вот это не знаю, что такое. Вот тоже грецкий орех. Вот это вот все грецкие орехи. Вот здесь вот. Подряд грецкие орехи. Вот это все. Всем привет! Сзади меня находится ферма, ранчо, как вы вот сами захотите это назвать. Ну вот, мы приобрели вот эту землю с домом. Там вон сарайчики, мастерская, лес. Даже пруд есть, я вам потом покажу. Здесь больше 600-700 соток. Вот это 6,5 гектар земли.
часть лес и вот часть поля с деревьями. Вон дом. Вон там он лес. Вот эта дорога. Вон наш почтовый ящик. Вон дорога туда уходит. Вон там коровушки пасутся. Благодать. Это кусочек рая. Здесь такая тишина. Вот, так что мы переехали из города за город. Город от нас в 20 минутах езды. Небольшой город. Большой город в часе езды. Вот. С другой стороны, другой город. Полчаса езды от нас. Ну, то есть магазины, если что-то надо, рядышком. Здесь магазин один есть. 7 минут езды на машине. Слышите, листва шелестит. Вот. Так что, если что-то необходимое нужно, можно быстренько доехать. Вот такую вот мы красоту приобрели. Природа, природа. Боже, какие
бабочки огромные здесь. Посмотрите, на цветах на этих сидят. Прелесть какая. Смотрите, прелесть. Они даже не боятся. Вот моя рука. Они не боятся совсем. Смотрите, сколько их. Море. Ой, вот это какая красивая бабочка. Боже, сколько их здесь летает, какая красота. Вон там он летает, черный с белым. Какие они крупные. Прелесть. Вот я хочу вот этих вот заснять. Вообще не боятся даже. Вот рядом с рукой. Чудо какое. Как их много. Это вот наш участок. Это все наш участок. Смотрите, туман сегодня с утра. Сейчас 7 утра. Я мужа проводила и решила выйти показать вам.
Вон рассвет начинается. Вон коровушки мычат. Птицы кричат. Прохладненько.